Буэнос диэс, братва. Ядерный разрыв внутри ваш экрана, это значит, что у нас уже третья по счету глава. Мы с вами. Ничего. Как говорится, хорош ля-ля, а скакали. Берем всякие вкусняшки и расслабляемся. Ну, как получится, потому что будет страшно. И... Ой, это еще самое страшное. Самый топ, когда вроде же третья глава — это болото, да? Да. Когда я нахожусь на учебе, я всегда постоянно на выходных включаю страшилки. Одна. Когда бывает, остаюсь и смотрю их. Болотный домик. И как бы ничего, нормально. О, отсюда самая дрошанина. Будет или нет? Насчет прям лютой трешанины не припомню, но, по-моему, первый раз здесь банши должны увидеть. По-моему, уже тут должны банши увидать. Ну, я ее так называю, потому что... Да! Картины эти, дома на болоте. Точно, картины. Нам надо банши будет уматываться. Я только хотела про картины сказать, но это одно можно сказать и целое. То есть самая основная роль — это картины, но дом на болоте — пазл. Это как испытание. Угу. То есть мы должны найти будем где-то пазлы. Первого мы сейчас с вами найдем. Где-то здесь. Где-то на картине. Сейчас, погоди, на стол заберусь. Пусть мне было комфортно спрыгнуть его. А вот вон он. Вон он, вон он. Mm-hmm. Мой президент, чак ты. Получайте по заслугам, грязные обезьяны. Лоп. С голоса в голове. Такая маленькая. Так. Ветки горят, значит, ну туда. Погнали. Открою один маленький секрет. Здесь проход находится в картине. Коп. Опа, мандор. Ага. Кто вспомнил отсылочку, лайк. По Андорн. Он как-то вот так произносил. Ой, бля. Самое испытание с ключами. Или это вторая картина с ключами, не помнишь? Не помню, поэтому для нас будет это с тобой маленький секрет. С ключами. Потому что на второй там надо было через окно, помнишь, прыгать, его ебают эти банши. Дорогие гости, срака не елось. Чай дохлёбываете и уёбываете. Это мы банши имеем в виду. Она сейчас нам скажет... Здорово, копать, чё припёрлись? Опа. Чё, ко мне гости? Чё с лицом, да? Как дела, чё с лицом? Скорее всего, с ключами, либо это что-то другое. Да-да-да, это... Открывай полки эти, получается. Полки в дереве? Какой мудак их сюда засунул? Я вспоминаю то, что мы прошли с вами вот это вот со свечами. Оп, с свечами. Поднимаемся, и потом куда-то мы с вами окно открываем. Сквозь окно открываем, да. Открываем окнище. А что-то помним. Десантируемся, да. Бежим вот это Господи, дерево. Господи, я испугалась. Вот когда мы просто вдвоем пытались это проходить, я испугалась вот реально вот этого дерева, потому что подумала, что это банши немного по это напоминало. Так, тут было мы дерево. Как-то должны забраться, по-моему, наверх, не? Причем так, чтобы нас баншиха не зухавала. А то сожрет. Не лезь, блин, не бил, сука, ну тебя сожрёт. Так, ага, это этот проход, помнишь, этот идиотский, ящичками. Это сразу дом на болоте. Да. Поэтому что мы делаем? Толкаем вот этот ящик, чтобы он... Мы очень много, вот. Кстати, тупили, когда хотели переходить. Я здесь сразу шестого прошел вот это место. Да, потому что я увидел этот ящик, я ему говорю, двигай ящик. Никто не рассчитывал, что он упадет именно так. Да. Триггеры. Сюда также ящик он решил бросить. Опять слышу звон бутылок. Такое ощущение, как будто какая-то отсылка к алкоголю.
Не, знаешь, даже сюда можно было забраться и без, по идее. Второго. Это что за обоссум? Я тоже, когда дела, говорю, господи, это что такое? А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас в общажке Стас и обоссанный матрас. О, он, блин, на обоссанном матрасе. Кто обосрал матрас? Она утром жена орать, теперь обосрал кровать. Так. О, второй кусок. О, как воспоминание. Изи каточка. Так, опять по полкам лезть. Угу. Блять, точно. Кстати, заметь, банши до сих пор нету. Угу. Я хуею. А мы еще стебались, что вот это вот все, что в ящиках похоже на... Говно. Чисто реально похоже. Говнище. А, вот труба же, ёшкин кот. Так, стопы. Опять вот это место со свечкой. Мы же через трубу проходили, да? Вроде да. Гади. Ух, мне не нравится. Я сейчас банши. Ёпта. Блин, сдохли. It's just a fail. Учтите, что игра бывает багает и приходится загружаться с последнего чекпоинта. Как это так, было запасной нас... пиздюк. Так. О, рисунок по дороге откопал. Так, это уже... Погоди. Так, кусок есть. Значит, это с момента, когда нам надо нырнуть в эту трубу. Образованную стволом дерева. Уи, как по горке. Там просто после этой второй трубы мост такой еще злобучий, там и я, по-моему, раза два подряд навернулся по зачем. Да, было один. Оп. А, здесь надо обходить. Так, что-то мне не нравится. А, там ящик. Так, а вообще, чист... знаешь, двоим бы заорали. Ёпта. Это еще что? Это что за хуй? Звук кого-то барнакла, кого-то жуют. Только мы не в Half-Life, вот в чем проблема. Блин, кстати, я сейчас на самом деле пересралась. Я это серьезно. Один-один. А, он вначале отложил кирпичик, я чуть-чуть. Да, когда, сейчас... помните, в первой серии, когда банши у дивана стояла? Я или сейчас как чисто из-за звука вот этих вот. Как будто предозита, блядь, на Деймосе ловишь. Медведь чуть не перестал по голосу сразу. Так, смотри-ка, еще корни. В каком-то из проходов будет испытание, где нам будет именно от нее бежать. Блять. По-моему, вот он. Так, там все какой-то блевней полито. Здесь тоже нарыгано. Кто-то ссыт с потолка, насрано в камине. Ой. По на всем этом сидит гул дворецкий дрочит. 2-1. Я забыл, хочешь сказать, я кирпич? Да. Уронил. Да не-не. Да, я так чисто иду по памяти. Поэтому, если вдруг кто-то смотрит меня как... гайд по прохождению, ну вот полите, куда я лезу. Ука нах. Ебучие сапоги, блин. Сраные педали. 2-1, ладно, тот раз мы не засчитываем, этот раз мы с вами засчитываем, потому что он пересрался. Сраные педали. Ты реально пересрался этого звука? Я просто охуел от внезапности падения сапог, блин. Клац. Как будто кто-то дохнет. Отвернись, давайте не сопрячься. Сука, панши в окне торчит. Ну увидели эту, блядь, потрёпанную хтой, блин. Как ты всю ночь яростно драла толпа. Не буду говорить кого, чтобы не оскорбить чувство верующих.
или там еще кого-нибудь. Сука, она, значит, эта тварь бродит где-то рядом. 3-1. Да у меня реально, блин, волосы на башке зашевелились, как будто мне 380 херануло. Ладно, я тоже пугалась, поэтому я тоже себе защиту. 3-2 все-таки. Ну, то есть, это неожиданно было на самом деле. Да, неждан был знатный. Когда мы проходили, ее не было в окне, вспомню. Нет, там вот этот шум камеры был, но мы не заглядывали в окно, вот почему ее не было. Так, выбираемся к колодцу. О, да, это, блин, то самое место с ключами. Блять, будет весело. Блин, ключики. Так, теперь смотрите, мне надо за каким-то... Вот так маленький ребенок мог это все сам поворачивать. Погодырь. Там оптимальный вариант, когда чувствуете, что идет тяжело перехватиться, так скажем. То есть отпустить левую кнопку и начать мотать. По новой. Блин. Даже тяжело дышать стало, блин, от усилия. Так, так, так. Блин, еще и... Да бляха ж ты муха. Там надо 4 вроде оборота сделать. Управление такое немного идиотское. Не, жить можно, но... Бляха ж ты муха. О. А, там доска, ёшкин кот, все. О, а вот кусманчик. Так, голос мамки. Слышь, меня сейчас кто-нибудь не съело. Так, желтый ключ. Или рок сейчас начнется. Так, ну у меня-то пазла, в общем, таска. А, нам надо желтый ключ найти. Я помню, спойлер к сараю. И в сарае ключ зеленый есть. И открыть его при этом досками еще. Помнишь, мы с тобой вопрос до завала, а где у нас вообще сарай-то находится? Вот я сейчас не вспомню, но надо сарай найти. Ёптись. Ты ж ты висишь-то, ключ-то сраный. А? Пусть-ка я приколюсь. Хочешь прыгнуть? Нет, это я дурак. Ты ключ не забрал? Да. Ну ты... Ну ты москаль. Там же 2 ключа, желтый и зеленый. Не, дело не в том, что там был кусок пазла в ведре. Я его забрал. Либо здесь, либо где-то. Паум. Опачки. Опачки, блядь, где она будет идти? Ранее, срань господняя. И по всему это реально была бабайка. Ебать. Ебать дуру паяльником. Я не избила сралась. Не, у меня как бы это... Эффект 220 я получил, но как бы жить можно. Конечно, когда пиздюга один в лесу. Кто хочешь высраться? Атмосфера еще такая в полной темноте чистая. Да, когда светится такой экран, пусть он здоровенный, на метровой диагонали. А где вход в этот сраный сарай, блин? И что, звуки такие? А, вот он, сраный сарайчик. Да, блин. Затрахаешь ты падать. Опять испугался тем, что падает, да? Так. Опять на пиздючка разгребает доски. Оба.
Оба. Крутит огромный вентиль. При этом еще кое-как достало все из колодца. Я удивляюсь, сколько сил этого. Ну да. Мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама. И так не должно быть на свете. Оружие замок в туалете. Смотрите, какая херня. Ревентура еще песня. Как помню. Ребенок в радиоукраинец пел. Хай мама услышит. Хай мама приде, хай мама з ментури мене забере. Отак не буває на світі, щоб були в міліції діти. Нас вже розпирають. Я на сій дружу, дуже давиться, не знаю, як об этом намекнуть. Да, і як би не заражать грубко. І от смотри, от зараз от це от як отсылкой більше попахиває. Смотри, от. Типа бабайка пинает, ну, судя по всему, ребенка. Знаете, что мне это напомнило? Это как эти комиксы Хуана Корнелло. Или эти цианиды счастья, тоже что-нибудь в этом духе. А? Угу. Так изображено прям так все. Ну, да, схематичненько, но больше на старину Корнелло похоже. Так, небольшая дозаправочка. А ключ-то нас перли в итоге, да? Да, зеленый ключ у нас есть. Был два ключа, получается, желтый, ну, мы с вами использовали, получается, зеленый, идем к тем воротам. И к им воротам. Там ворота, помнишь, куда зеленый ключ должен подойти? Ворота. Так. Нигде ебабайка не бродит. Там будет у нас с тобой банш от которой нам придется бежать. Я до сих пор этот момент помню. А, это там, где нам надо это запрыгнуть по Шурику, да? Да, 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 да. Она будет нами бежать, и мы должны будем от нее. А, мы должны будем от нее прятаться, помнишь? Это уже. Опа. Вот и боевой. Не вылезай пока. Оно еще здесь. Хуяк, оно сэдст. Не надо лучше вылезать, пусть она пока уйдет, а то будет сдох. У меня даже на жопе волосы дыбом встали. Это реально был неждан. Звук такой, как будто кто-то рыгает в кустах. Да, есть такой. За подробности. Так, судя по звуку, у меня сейчас опять придется от банши фильма отойти. Ладно, хорошо, признаю, я испугалась. Ну, признаю, зомби, упорство тебе не занимало. Эти глаза отвечающие, это все. Запасной пиздюк. Сейчас опять, наверное, она будет, я думаю. Потому что повторяется опять же тот момент, где мы с тобой должны ее тут опять увидеть, спрятаться, потом идти дальше. Да не должны мы никуда это прятаться. Думаешь, ее не будет? Потому что вообще она должна появиться в тот момент, когда мы открываем замок. Почему она появилась раньше, я хер разберу. Посмотрим. Появится она? А вот теперь надо текать. Кай с городу. Бипу. Бегом. А блин, что-то падаешь, беги. На самом деле, ползком она передвигается быстрее. Ребенку 2 года, что-то хотел. Ползком она передвигается быстрее, это особенность движка. Оно идет. Быстрее, быстрее, быстрее. У-у-у! Успели. Твою ж дивизию. Вчера на этом моменте залипал дольше. Так, где тут то ли люк, то ли что, не? Труба вроде должна быть, не? Какая труба? Думаешь, люк?
Может, мне глючит? Я не помню, куда, но, короче, как-то мы в сторону отходили, нет? А, то, по-моему, нам прямо надо педалить. Угу. А не, прямо корни. Ну, насколько я помню, где-то тут воспоминания, не? Да, где-то. Получилось, что сейчас далеко от микрофона, тебя не очень-то и слышно. Было, по крайней мере. А, вот дверь. Нет? Закрыта изнутри, ага. Назад мне делать нефиг. Это отклинь. Дали по важному вопросу. Да забей. Ага. На решетку найти. А, мне надо наоборот просто кусок пазла вставить, а потом, поскольку, по-моему, сюда приходит бабайка. Мне надо будет. Может быть, я не вспомню. Надо будет не тупить и вращать педали как можно быстрее. Да, воспоминания. А, помнишь, книжные шкафы? Да, 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 да. Этот бабоизавр бродит. Это сожрет? Нет, тут надо вовремя шарахнуться под шкаф. А вот этот сверлящий звук. Смотри-ка, мы ее обошли, по-моему, нет? А, вон, видишь, воспоминания, кажется, нет? Книга. Смотри, книгу с тобой еще вроде бы попытаем сейчас. У меня просто такое ощущение, когда сижу, когда меня 220 шарахнуло. Незаметно. Волос у меня наэлектризован знатно, прям такой, вот именно что это взъерошило. Не надо так. Взъерошил. Вон туда, через воду. Как говорится, бывает в жизни огорчения, расслабься. Так, вот только не думаю, куда мы дали. Надо отодвинуть вот этот стул было, вот что я забыл. Точно. И нырнуть в вентиляцию, пока не пришел бабайка. Хватаю. Книжку взял? Нет, вон она где, видишь? А-а-а. Воспоминания. Все, куполом накрыто. Оп! Так, и теперь по тапкам в трубу. И... Долго его тупили, но бывает. Да, случается. Так. Мы теперь хотя бы в сейф-зоне. She seemed so sad and desperate. So nice when we're through with all this. Так смотрит, то еще в сторону это вообще. Когда в сторону смотрит, он жутко упорото выглядит. Пейдж. Прокручивай.
Хотя бы вентиль зеленый уже что-то радует, посмотри-ка. Это у нас с вами уже третий. И скоро мы с вами подойдем к финалу. Это будет полная задница. Вот и мы с вами узнаем в следующем. Наверное, все-таки да. Спасибо всем, кто смотрел. У вас, как обычно, лайк, подписка и до скорого. Адьос, братва.